Доброе утро. Прибавь. Христос воскрес. Воистину. Чё ты там лежишь на печи с самого утра, жуёшь калачи? Я замерз. А что, холодно? Ну, конечно. Знаешь, прохладно. Ну, так это ещё 7 утра только. Солнце было. Добрый морнинг, дорогие друзья. Как видите, 7 утра, и я уже проснулся. Не могу в селе долго спать, тут не поспишь, потому что, как видите, наши старшие уже поднялись и разговоры разговаривают на кухне, поэтому проснулся и я. Ой. С утра, конечно, не так жарко, но, в принципе, и не холодно, как мне только что сказали. Прям холод-холод, нет, нормально. Сейчас будет жара. Вот так выглядит у нас туалет. Утренние водные процедуры. Зубные щеточки, выбирай любую, как говорится. И вот такое вот чудо техники. У меня такое ощущение, как баллоны разгружал вчера. Что ж ты делал? Что-то загребал листья? Я А я? Ты что, вас там оштрафуют? Я оштрафую. Скажу, нема, нищий, мочу надеть. Ты что, не надо до камуфляжа? Надо... Дашь мне сейчас футболку еще тут? Да, рабью дыраю. Да, я им там уделаю. Не надо так. А Вася... Правильно. Сейчас вот тут ассамейзер накручусь. А флаг Украины не взяли? Не есть здоровенный. Боже, вы что, вообще икет? Ну, поставьте. Это на машину. Где можно сразу. Где было очко было у вас открытое? Вот там в коридоре. Выходишь на улицу. А, понял. Не дурак. Праздничное блюдо. Две тарелки картошки. Сало. Да. Что может быть лучше? Ну, например, вот эти салатики, сливочки. Сейчас сниму мышь, не переживайте. И обезьяна повесила. Каким? Мышей? Нифига я ищу. Ууу, сколько грибов-то. Ваши любимые грибы. Вот. Только да. Можно жарить их. Сначала отваривать надо. Они сейчас эти, вот, после дождя так эти хорошие. А дождя-то тут и не было. Еще не было этих вот. Кушать. Валь, а что там мы сажали? Вот, что нам надо, надо, вот тут что сажали? Нарезать пасту. Ну так нарезать. Ну так я это что нам да. Он в последнее время все бегом собирает. А это откуда? Это год обезьяны, не ушедший. Отхалки. Хочешь? А у меня нету. Да? А у меня какие вышиванки? А у Сережи тоже есть красивые. А ты что, нет? Так одевай. Ой, еще один. Снимай. Так куда я ее поставлю? Ну, поставим с краешки где-то. Серьезно? Давайте. Кому надо? Поставим с краешку. Нет, ну он бутылки тебе трубы поубирает. А где мама? Мое полетело. Здесь? Ну, погоди, он там нема. Прямо где его тут яйцо было? Да, ну, мимо левого сюда. Да, это укреплено, конечно. Да, да. Ты там утяжка. Христос воскрес. На выход. Яйцо победитель. Кто со мной хочет? Еще один. Ты посмотри! Хорошо, что мы взяли это деревянное с дома. Вот такие у нас пасхальные семейные посиделки. Застолье, выпивка и прочие услады человеческого организма. Ну, на сегодня у нас планы сходить на кладбище, заняться кладбищингом, как же без этого. И, возможно, еще на рыбалочку сходить. Это моя сестра. Итак, у нас сейчас экспромтом наметился такой сталк по заброшенным домам. Тут вообще в деревне около, наверное, 10-20 домов. Большинство из них уже заброшенные, и никто в них не живет, и никто на них не претендует. Вот здесь, например, жила такая бабка. Ну и вот что осталось от ее дома. При жизни я у нее дома никогда не бывал. Как-то мы не дружили, и я так понимаю, это то, что осталось от печи, груда кирпичей. Ну вот как-то так. Вот так выглядит крыша. И здесь я еще был, когда он уже был разрушен, но еще не в таком состоянии. Здесь еще было что выносить. Сейчас, в принципе, здесь уже ничего полезного и не осталось. Ну, кроме бревен, если они кому-то еще нужны, может, на дрова. И все. И доски еще какие-то можно отколупать. Спрашивают, вам надо? Не надо. Бульдозер подходит.
копает яму. Дом этот бульдозером в эту яму столкали, засыпали, все, выровняли. И все по улице. Вот дом наш, допустим, стоит, да? Рядом один, второй снесли. Дальше жилой дом. И все дома по улице нашей деревни. Ну, у нас так, одна улица, вторая, большая деревня. Все эти дома закопали. Нету. Правильно, они-то не нужны никому. Ну, кто хотел, тот брал. А кирпичные дома стояли хорошие, коробка, все. Один после пожара, второй после пожара. Коробки стояли. Это раньше называлось дом социальной какой-то службы или что здесь был, где магазины и типа аптека и еще какие-то дела. Но теперь он, конечно, тоже годится только для сталков. Внутри поснимали вот всю обивку какую-то, но тоже, я думал, будет хуже, если честно. Видите, остались даже печи, щиты называемые, камины грубы. О, здесь был магазин, точно. Вот это окно, вот так вот это выглядело. Упс. Но вы поняли, в общем, так это выглядело. Оно вот здесь стояло, и это как бы был прилавок. Там был магазин, здесь собирались бабки и детки, для которых, конечно же... Ой, я тут сейчас можно реально только что на гвоздь наступил. Но, слава богу, до ноги не достало. Так что тут надо поаккуратнее в таких ходить местах, смотреть под ноги. Так что для бабушек и дедушек это было не просто поход в магазин, это, можно сказать, как в клуб сходить. Последние сплетни, новости, перетереть кости и, конечно, самое интересное, это посмотреть, кто что покупает. И потом тоже есть темы для разговоров. Кто сколько вина взял, кто сколько водки, кто сколько белого хлеба взял, что было как деликатес в то время. Ну, здесь, конечно, вообще какая-то очень прогнившая часть. Видели, там бревна такие более нормальные, а тут просто ужас какой-то. И крыша проломанная, не знаю. Тут, видимо, сверху начало протекать и прогнивать. И вот так вот. Я вообще не знаю, насколько безопасно ходить в таких домах. Здесь на голову мне не упадет крыша. Вот такой вот магазин или дом социальных услуг. А здесь стояла, по-моему, из кирпичей была такой хлев, где был конь. Не знаю, конюшня это назвать нельзя, просто хлев для коня. Кирпичи, видимо, пригодились людям, и ничего вообще не осталось от него. А это яблоня. Тут вкусные яблоки, кстати, росли, но вы видите, только гниль осталась на них, не знаю, плодоносит она сейчас или нет. Так, тем временем мои друзья куда-то убежали. А, вон они. Это домик Шильки. Была такая бабушка тоже. Ее деда я не видел уже при жизни. А бабку помню. Такая была совсем старенькая и немощная. И вот сейчас начали снимать уже шифер с ее крыши. Так, а ну-ка заглянем в гости к Шильке. К ней я тоже при жизни не заходил. Тут, смотрите, еще и вещи остались какие-то. Есть шкаф с какой-то одеждой. Есть, смотрите, какая-то дощечка. Бабушке и дедушке с Новым годом от какого-то внука. О, поздравляем с Новым годом бабушку и дедушку с Новым годом 2000-м. Не так давно и было. Желаем крепкого здоровья и еще долгих лет жизни. Ира, Вероника, Маринка. А, дело в том, что здесь последние годы, после того, как Шилька умерла, сюда переселились чьи-то Курочкиных. И вот они здесь жили. Я помню просто этих Маринки, Вероники и прочих девочек, которые жили здесь в селе. Со святом деду Мишу от Риты. Да, Рита тоже была такая девочка, внучка у них. И, судя по всему, вот эти все остатки вещей, это тоже от них осталось, а не от Шильки. Смотрите, это типа комната, типа амбара, не знаю, в таких сундуках хранили всякие крупы, мука, вот бочки всякие стояли. А здесь висели всякие мясные колбаски, компяки и прочее. Да-да, это такое, как это называется, я и забыл. Ну, в общем, еду там хранили. Так, шкаф и жилое помещение. Печь, смотрите, печь осталась большая. Правда, почти тоже разрушенная. Остатки от люстры, кирпичи, вон, пуговица какая-то. Вот этих всех военных бушлатов. Ну, хлам, хлам всякий. Чесночок даже висит, смотрите. Стул, сами понимаете, для чего предназначался. Так, ну а здесь типа тоже камин для согрева холодными зимними ночами. От телевизора осталось что-то. Лампы даже, старый ламповый телевизор. И тут даже есть какие-то фотографии. Это особенно интересно, смотрите. Давайте, ой,
стекло всякое. Посмотрим, видите ли вы знакомые лица. Отдел ЗАГС исполкома Фрунзенского районного совета народных депутатов. Ужас какой. Это, я так понимаю, Коля. Это сын вот этих Миши и Мищихи. Мишки и Мищихи. Тут солдатики какие-то. Я тут фотки смотрю, но я никого не знаю. Почти. Вот такие красивые люди. Заходи, не стой на пороге. На долгую память сестрице Толи и Шурику, Федю от Веры и Васи. Вот такие красивые. И тут еще что-то написано было. Ой, тут вообще большой текст. На долгую и добрую память дорогой сестрице и Шурину от Веры и Васи. Ну и в таком духе, в общем-то. Какие-то все незнакомые мне люди. Бутылочка спрайта святцовая. Что, святая, что ли? Тут есть бутылочка святой воды с выдержкой многолетней. Розетка, чемоданчики такие, счетчик электричества. Да. Тут вообще пожар какой-то был, смотри, или что это, горело. В Чернобыле все как-то, да, поопрятнее, поцелее осталось, чем здесь. Лампочка какая-то. Тут тоже что-то горело, вот еще коллажик из фотографий. Послевоенного образца. Да, там вообще можно продать ретро, отреставрировать. А эти газеты, я не знаю, тоже, наверное, столетней давности. Ну, 50 годов. Новое слово о литературе. Тут, да, эти вырезки можно взять просто. Маринование грибов. Инженер-технолог. Внук, черноглазый внук, влетел точно вихрь ко мне, вырвал лист из-под пера, змея смастерил. И уже бумажный змей реет в вышине, тянет в небо малыша, изо всех он сил. Такие вот стихи. Кого ты знаешь? Никого. Я никого не узнаю. А, там вот подписано. ДМБС. На память дяди Феди от тети Поли и от Лены. 77-й год. От Лени. 78-й год. И он 78-й. Это 79-й. На фотографии столько же лет, сколько и тебе. Черноглазая колдунья. Под Свильскому заводу 50 лет. Это же вино плодовое, крепленое, крепкое. Ух, черноглазая колдунья. Это кофе в таких банках раньше. Растворимый, натуральный. Деревянный шурупа. Деревянный? Даже это на этом, вот, на прялках. Регулятор. Да, помню. А тут какой-то то ли пожар был, что ли там возле печки стена выгоревшая тут, такая. Тут же Мишка когда жил, и он там что-то включил, и там проводка там горела. Да, горело. Оно начало гореть, он там, да? Ага. Он выскочил тут, а я пошел, свет выключился. Пробки автомат работал, вот, и вырубило. Я сюда прибегаю, дым валит с хаты, он на улице, говорит, я горю. И что жив он был, Миша, знаешь? Дыму полная хата, ничего не видно, а он вот здесь стоит, я горю. Ну, так что, тушить начали хоть? Я заскочил, понял, что свет вырубился, снег, пламя так не видно. А это зимой было, да? Да. Снегу набрал туда-сюда, а там в середине горит. Ну да. Слышишь, где печка, это, ну... Ну, я видел, да. Да, вот, там обои эти, а пламя около этого, и на хата там засыпана этой кайстрой. Она тлеет, так не горит. Я оттуда залез, снегу, там покидал, там. Сам думаю, хрен, я один не справлюсь. К Аркадию побежал, я рулявоную, звони, вызывай пожарную. Горит дом. Они приехали. Ну, а пока они приехали, я один тут затушил уже. А, да? Колонку. А света нема, воды нету. А здесь она работала, ну, она без, напор без, есть, да. Вода стояла. Да. Я оттуда, а там что, ручеек? Ну, принес ведро, второе стоит, я там плеснул. Ну, они приехали, даже и не разворачивали, поглядели туда-сюда. Я говорю, ну вот, я тут огнеборцем. Да, за сколько приехала пожарная? Через 5 минут уже тут будет. Okay. Откуда же они едут? У пламя. Из пламя, да, 5 минут. Да. Нормально. Ну вот, что тут, 8 километров. Ну что, дверь подперли. С той стороны заходи. А, тут жила бабка Соня. У них мы бывали в гостях, смотрели телевизор раньше. О, тут еще игрушки какие-то остались. Ну, это же такой шкаф, так себе.
Кухня-то новая. Ой, а тут вообще уже... Что-то они завалили шкаф. Ну, печи, а что печи? На кирпичи ж по чуть-чуть идут. Ну, это шкаф. Ну, стоял вот тут. Ну, пусть бы стоял. Нет, надо было свалить. Живность какая-то летает. А чтобы веселее было, как-то интересней. Оп, а это и есть Соня? Это Соня на фотографии? Да. Просто я ее видел уже, когда она была постарше. Вот она еще в расцвете сил. Вот это заплесневелая фотография. Магнитная лента с Вема. Вот это да. Made in USSR. А ленты и нету. Вот старинная икона, смотри. Такую тоже можно продать за миллион. Нет, там-то нету этих. Лика, нет. Не, есть, вот проглядывается просто. Да? Немножко, да. Да, ну, не что-то. Знаю, насколько она ценная, конечно. На картоне рисована. Ну, понятно, что это ж не масло на холсте. Это не масло, и это не... Смотри, Оксан, тут еще гардероб остался. Я же говорю, мы тут телевизор смотрели, помню, эти гостю из будущего. Вот что-то от гардероба осталось. Халаты парадные, летние, шубы. Это жизнь, Оксана, это жизнь. Ну, металла нету, ни кровати, ничего, все поливали. А это, я говорю, ломали. Упс. Я даже не знаю, ну кому это надо было? Ну да, непонятно кому. Собака никому не нужна. Вот так. Оп, что это за книжечка? В краковской эмиграции. Жизнь и деятельность Ленина. Вот такие вот тут книжечки сохранились. Открывачка. Тоже что-то от кофе какой-то. А в этой уши Мишки еще висит счетчик. Да, потому что они никому не надо. Ну да. Это кухня типа. Птички что-то есть еще. Ясно, понятно. Это банки. Банки, ставили. Да, мне в детстве вот. Ставили. Вот 5 лет, ты говоришь, не было, да? Да. На 5 лет что превратилось? Ну, оно и 5 лет назад тоже уже было приблизительно не, такое. Ну, приблизительно, но тут как люди жили. Тут еще, жили еще, да? Данилов, Соня жил, Аркадий жил. Полонил, ну да, я тогда у Зины, помню, уже был вот такой вот дом разваленный. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Также смотрите другие видео на моем канале и, конечно же, подписывайтесь на канал о жизни и путешествиях. До встречи!